been giving you the worst. Now you wanna stay the night. Pity how you were caught for me. We're forgetting how to talk. Nah, I don't like no humble beats. Just go and slice it up. Вот так это работает, код вводишь, который тебе РНБ присылает, и все. Все, добро пожаловать в наш номер на 2 недели. Офигеть, даже подарочки нам поставили. Смотри. Ох, ребят, посмотрите, нам тут подарочки даже поставили, реально. Прикольно. Здесь у нас плита, газовая духовка, такой вот остров, кофеварка, блендер. Здесь тарелки, кружки, бокалы там все есть. Неужели у нас большой холодильник? Mm-hmm. Круто, морозилка холодит, прям чувствуется. Что, так, а это с какой стороны открывается? Холодильник? А, все, вот. Прикинь, 4 бутылочки воды поставили. И там вода, я так понимаю, да? Вот тут вода еще, да. Вот это я понимаю, конечно, приветствие. Mm-hmm. Так, идем дальше. А, балкон у нас, кстати, отдельно закрывается. Mm-hmm. Только я что-то не пойму. А, вот так вот. Такой вот вид у нас на стройку, правда, но ничего страшного. Зато тихо, не то что в той квартире с собаками. Так, кондер здесь, диван с картиной. Пока что прохладно здесь. Давай свет хоть включу. Везде. Так, ковер супер, нравится, как у бабушки. Да? Угу. Ну ладно, пойдет. Ковер в смысле под картиной, наверное, или картина под ковер. Так, тут что? О, вот это вот счастье. Стиралка и сушилка. Да ладно. Да, прям двухъярусная. Как? Стиралка с сушилкой двухъярусная. Здесь шкаф, утюг, сейф, кайф, полотенца, вешалки и шкафчики тут под вещи. Вот такая вот ванная комната, умывальник, полотенчики, мыло. Ну, как бы, в принципе, все отлично. Тоже полотенчики. И такая вот душевая. Душ, я надеюсь, нормально работает. И слив тоже. Целый день был дождь, со вчерашнего вечера мы дома сидели, я выпуском занимался, потом сходили, купили продукты. Мы прям по-домашнему сегодня покушали, нам надоело дома сидеть, сегодня Merry Christmas, погода ужасная, ну как ужасная, хотя бы дождя нет, и то радует. Так, капает немного. Да, мы сейчас решили прогуляться в сторону 5-й авеню, в сторону моря идем. Еще мы с нового вот этого жилья нашего, с новой гостиницы, к морю не ходили. Да, это... но поближе немного. Да, здесь поближе мы живем, к морю. Дошли до 5-й авеню. Людей здесь не так много, как обычно гуляет. Потому что, скорее всего, дома люди отмечают. Ну, из-за погоды тоже. В общем, недолго мы погуляли. Сейчас начал дождь усиливаться. Там мы возвращаемся.
квартиру, друзья, эту мы забронировали на 2 недели, заплатили 1245 долларов. Сейчас квартиры нереально растут в цене, потому что приближаются праздники, приближается Новый год, едут отдыхающие, туристы. Ну и, соответственно, жилье очень сильно растет. Здесь недалеко до моря, недалеко до супермаркетов, и рядом находится 5-я авеню. Это самая тусовочная, самая знаменитая улица в Плай-дель-Кармен. Но, к сожалению, забронировать ее на более долгий срок мы не смогли, потому что с 5 января ее уже забронировали. Поэтому через 2 недели мы будем переезжать в новую гостиницу. И немного забегая вперед, хочу сказать, что мы уже оплатили новую гостиницу на месяц вперед. Почему мы так сделали? Потому что поступила информация, начали писать СМИ, что Bank of Georgia, Банк Грузии, начал блокировку счетов гражданам России и Белоруссии. Я сразу же связался с техподдержкой, мне ответили, что да, в течение 2 дней ваш счет будет заблокирован, и как можно скорее снимите деньги. Поэтому, чтобы не потерять деньги, мы забронировали себе на месяц вперед другую гостиницу, чтобы вообще не потерять деньги на этой карте. А потом мне оператор ответил, что ваш счет как бы не подвержен блокировке. Что и хорошо, мы сейчас до сих пор оплачиваем этой карточкой в магазинах, пользуемся и также оплачиваем гостиницы. Когда мы бронировали гостиницу, мы учитывали отзыв отдыхающих. Всем все нравилось, единственное, к сожалению, мы не учли место расположения этой гостиницы. Потому что на следующий день, после того, как мы уже забронировали эту гостиницу, нам интересно было, где она находится. И, конечно, мы сильно расстроились, потому что от нее намного прям дальше идти до моря. Мы сейчас с вами поднимемся на крышу, я покажу вам бассейн, покажу, собственно, территорию и будем собираться переезжать в новую гостиницу. Lava ela, brasileira canta a capela. Dime en portugués todo lo que quieras. Yo te llego en cualquier manera. Semi-automatic, shoot my shot in verse until I had it. Fuck the drama, she was cinematic. Друзья, всем доброе утро, время 7:30, я сегодня поставил будильник на 6:30, проснулся, искупался, сейчас собираю вещи, встал так рано, чтобы успеть собраться, потому что Настя начала еще собирать чемодан вчера, Настя еще, правда, спит, у нас, короче, рассвет, вот посмотрите, какая красота, рассвет, солнце встает со стороны моря. Все, я собираю вещи и потихонечку, ребят, будем выдвигаться. Выезд у нас в 11 часов, а заезд в другую квартиру в 4. Нам, в общем, полдня придется, ну, пришлось бы сидеть на улице, но на улице не придется сидеть, потому что там есть возможность оставить чемоданы и идти гулять, либо провести это время на крыше, на бассейне. Мы, наверное, так и сделаем. Я сразу одел шорты, в которых буду купаться. Квартира нам понравилась. Телевизоры, кстати, мы ни разу не включали, потому что смотрели по интернету. Интернет тут хороший, Wi-Fi. Смотрели на ноутбуке либо планшете. Поднялись мы на 5-й этаж. Решили, в общем, мы чемоданы поднять туда, где бассейн. Ну, сядем, будем за столиком сидеть и ждать. Так, все, сейчас мы вот поставим, чтобы никому не мешалось. Вот сюда. Чтоб не на жаре. Пока ждем. Вот так вот разложились. У нас котлетки с макаронами. Сейчас кушаем. Я файлы решил покидать на компьютер с GoPro-шки. Настя моет виноград. Все, время без 5, мы идем в номер. Все это время сидели на крыше, ждали. В общем, у нас не получается попасть в номер. Сейчас иду на ресепшн узнавать, в чем дело. Раз 10 ввели код, он сбрасывает, не открывается дверь. Так, ну сейчас посмотрим.
Так, ребят, мы открыли, оказывается, код не действительно был. Нам сейчас сказали, что завтра код изменят. Поменяют. Для безопасности. Все, вот она, наша новая квартира. Закрывай. Сейчас я вам сразу покажу, что тут. На полу плитка. Слушай, Настя, ну неплохо, кстати. Так. Ого, прям большая. Тут большая квартира. Она намного меньше. А? Я думала, она намного меньше. Я тоже. На фотке она поменьше, да, казалось? Да. Так, ну что тут у нас? Тут, скорее всего... А, ну вот, стиралка. Ну, стиралка без сушилки. Да. Хотя говорили, что и сушилка есть. В той квартире, да, у нас была сушилка, еще стиралка. Ну, ничего, что там, в принципе. Вещи быстро, я думаю, будут сохнуть. На улице жара. Так, морозилка. Холодильник. Нормальный холодильник. Тут мусорка. Здесь шкафчик. Так, микроволновка. Кухня. Плита электрическая. Духовка есть. Это что, тостер? Тостер. Это кофеварка, да? Или что это такое? Ну, наверное, да, кофеварка. Блендер. Стол, посмотри, какой огромный. Да, на фотке, конечно, казалось меньше все. Так, что тут? Диванчик, столик, кровать. Размер king size, как и везде. Телевизор вот такой вот. Конечно, не очень прикольно то, что кондиционер напротив кровати. Ну, не напротив кровати. Да, мы по фотографии думали, что он напротив кровати. А так, так нормально. Так, ну и шкаф-купе здесь. Сейф. Хорошо, что сейф есть. О, вот видишь, как она сдвигается. Так, ну вот. Я думаю, что, открывать сейчас будем? Не будем? Нет. Комары, чтоб не налетели. Ну, хотя с этой стороны, может, и комаров не быть. Да. Все, ребят, вот так вот. Еще хорошо, что у нас дерево, соседний номер, там просто выход на улицу, а так ветка загораживает от жары. Да, вот такой вот у нас номер. Так, здесь у нас душевая, вот такая вот душ. Ну, много места. Ну да, да нормально. Здесь туалет, тут посмотрите, даже из туалетной бумаги, что сделали. Так, это зеркало большое. Да, жалко, что оно не подсвечивается прям темно. А может, включается где? Так, умывальник. Ну, место прям отличное. Тут вот шкафчики, полотенчики чистые. Очень много полок. Вот такая вот ванная комната. Да, не маленькая, хорошая. В общем, в современном стиле все. Я, Настя, сейчас говорю, мы все время думаем, что будет хуже, а получается, что лучше. Но это и хорошо. Сейчас я, наверное, напишу хозяину, пускай он поменяет код на двери. Да. Все, ребят, мы раскладываемся. Это мы с вами выходим из нашего номера. Кстати, двери здесь вот так вот закрываются. Все, и не откроешь, потом вводишь код. Вот такой вот вид из номера во внутренний дворик. Там вон столики со стульями, можно посидеть. Гамаки сейчас убрали, подметают, потому что... Ну, классная территория. В таком современном, необычном стиле. Отель. Так, 5 этажей здесь. Ну, 5-й этаж — это бассейн. Я так понимаю, что каркас отеля весь из металла сделан, а вот это все бетон. Такие вот ячейки из бетона. Это у нас ресепшн. А здесь спортзал. Сегодня в 6 часов утра я проснулся, ходил, позанимался. И такой же вход. Посторонний никто не зайдет сюда. Так, а рядом с отелем у нас парк.
парковая зона. Единственное, я не знаю, как туда попасть, но можно, потому что тут вот огорожено все. Там лодка какая-то. Гостиница, ребят, нам вышла $2,280 на месяц. Туда все входит, бассейн, тренажерный зал. Сегодня попытался побегать на беговой дорожке. Полотно беговой дорожки прокручивается, так что побегать у меня особо не получилось. Так, чисто в гору походил. Ну, я так понял, что никто там внимания на это не обращает. Хотя за такую стоимость проживания могли бы и дорожку отремонтировать. Фу, уже солнце светит. Я сейчас иду в магазин купить Насте терку, потому что мы готовим сами. Тем самым, ну, стараемся максимально экономить на еде, потому что питаться в местных кафешках недешево. Вот мы, к примеру, ходили в кафе покушать. Ничего особо там не взяли. Сок, там, что еще, буритос. На раз покушать. В районе 1000 песо выходит. Это на наши где-то 3500. Потому что тут еще обязуют платить чаевые. В районе 15%. Будьте добры оплатить. Вот. Тут единственное хорошо, что вот он магазин уже виден недалеко. До магазина ходить близко. Магазин очень большой, супермаркет, там все есть. Я обязательно сделаю отдельный выпуск про супермаркет. Прям пойду, поснимаю вам цены. Я думаю, будет полезный, интересный выпуск. Ну, многие продукты вы и не видели, как и мы. Сначала пришли, удивлялись вообще, что это такое. Да и сейчас ходим, там много овощей, которые там лежат, мы даже не знаем. Так, мы дома, сейчас будем разбирать пакеты и в конце расскажем, сколько все это дело стоило. Ну, поехали, рассказывай, что мы брали. Так, мы сегодня взяли, вот сейчас я покажу, бананы, лук. Так, лук, бананы. Это кусок говядины, он вытянул на... Ну, почти на полкилограмма. Да. Ну, в общем, давай, рассказывай. Курица, гриль. Курицу мы взяли маленькую такую готовую. Да, потому что мы сегодня ничего не готовили. Грибочки, один сникерс. Так, это что? Сыр вроде, да, сыр. Сыр. Сыр, это перчик. Уже даже, по-моему, нарезанный, да? Да, он нарезанный. Это перец, халапеньо. Ну, мы его взяли, потому что он есть и у нас дома. Да, кикамен. Мы знаем, что он вкусный. Три бутылки воды, полтора литровых. Да, три бутылки воды. Масло, я не знаю, маленькое такое, но я брала, мне оно понравилось, вкусное. Угу. Сливочное масло. Вот такое масло. Так, это что? Молоко. Это молоко? Молоко мы тоже уже брали такое, поэтому... Нормальное. А это сок, мне очень нравится, с манго. Вот именно вот этой вот фирмы очень вкусный. Вот этот хлеб мы берем у нас... Будем тосты делать. Да, как он у нас называется, похоже на этот хлеб? Ну, не помню, американский, по-моему, да, там какой-то. Да, тоже американский, у него срок годности, то есть он долго лежит. Мягкий такой, да. Не пропадает быстро. Так, яйца. Яйца здесь, их, я так понимаю, 18 штук. Вот, 18. Так. Это грибы. Еще одни грибы. Это колбаса уже нарезана. Уже нарезанная ветчина. Угу. А, это мы взяли говядину на борщ. Один перчик. Макарошки вот такие. Вроде как это со шпинатом и с томатом. Ну, вкусно, да, наверное. Вкусно. Огурец. А, спагетти. Положит и не говорит спагетти. И вот такой вот огурец. Огурцы, конечно, у них тут огромные, но это... Наверное, самые маленькие, что мы нашли, да. Их приходится кожуру очищать, чтобы вкусно. Это были. Мандарины, да? Да, это мы взяли мандарины первый раз попробовать на вкус. Да, мы даже на Новый год не покупали мандарины. Да. Рис. Пачка риса. Луковица. Лук я вам уже показывал, у них почищенный продается. Другой лук, ялтинский. Нет, это не ялтинский, это просто красный. Ну, ялтинский, он такой... А,
Это лимон, авокадо. Авокадо вот мы все время берем по утрам, кушаем. И картошка. Я не знаю, насколько она вышла. Ну, где-то килограмма. Да. Так, все. И теперь самое главное, где чек? Чек у меня в сумке. Сейчас мы вам скажем, ребят, сколько вся вот эта вот у нас поляна вышла. На самом деле, по цене, ну, нормально вышла. На 1135. 1135 песо. Чтобы вы понимали, сходите куда-нибудь просто покушать в кафе, да, там, в любое. Ну, минимум 700, наверное, 800 песо выйдет на один раз. Красиво. Везде подсветочка. Я сейчас поднялся на крышу, друзья, показать, как смотрится отель ночью. Работает везде красивая подсветка. Здесь вот растения тоже красивые. А за этим столиком сижу и монтирую вам выпуски. Вот. Классная тут атмосфера, не считая того, что комары бывают летают и кусают. Комары прям серьезные тут. Вот так вот смотрится Плая дель Кармен ночью. Сейчас подсветка бассейна не работает, потому что его спустили, ремонтируют там что-то. Вот посмотрите, ночной город. Отсюда до моря, вот в ту сторону по прямой, 1,5 километра. Спустился сейчас выкинуть мусор. И хочу вам поснимать. Вот такая вот парковка у нас немаленькая. Здесь выезд. Пошли еще посмотреть спортзал. У нас вот такой вот тут спортзал, тренажеры. В принципе, так все необходимое есть. Беговая. Вот. Гантели, штанги. Вот оно. В принципе, все, что нужно, есть. Так что с завтрашнего дня начну заниматься. Посмотри еще, с каким видом туда. Да, все. Вид шикарный. Короче, тут типа столовки взяли мясо с рисом и типа чебурека и липтон еще. 168 песо отдали за это все. Сейчас попробуем, расскажу, как впечатление. Кушать, в принципе, можно. Это вот на наш чебурек похож. Тут они пишут, с чем. Там есть с сыром, с курицей, это с говядиной. Это рис. И, ну, рис с овощами и мясо. Ну так, в принципе, прикольно. Время 10 часов, мы идем на пляж. Настя, как называется пляж? Ну, Плаякар называется. Плаякар. Настя вчера в общем чате женском Плая дель Кармен вычитала про этот пляж, посоветовали. Ну там реально чистейшая вода, прям пляж красивый очень. Вот, мы сейчас туда идем, нам идти 2,5 километра. Вот так вот вдоль берега. Сейчас разулись, идем по песочку. Вот там находится пирс, мы сейчас его прошли. Откуда паром, вот видите, паром отошел на остров Косумель. А сегодня спокойное море, и прям видно так хорошо. А песочек посмотри какой. Да, это зона отелей. А, вот мы, к примеру, с той стороны. Со стороны отеля не смогли бы уже пройти, потому что там территория закрытая. Мы вчера с Настей гуляли, там шлагбаум, и пускают по QR-коду. Но девочки, Насте в чате написали, что есть возможность даже QR-код этот сделать, да, чтобы там пройти. Ну да, да, да. Ну мы решили прогуляться по побережью, тут тем более красиво. А вон, посмотрите, вертолет.
Здесь очень красивые пляжи, чистая вода, так что ходите купаться вот по правую сторону от пирса, от крайнего пирса справа. Здесь виллы, но ходить по пляжу можно. Пляжи свободные, бесплатные, где хотите, можете остановиться и купаться. Нам уже нравится, да? Да. Супер. Необычно. Море вообще такое красивое. Да, водичка вот вообще. Какая чистая вода. Ну, мы чуть дальше хотим прогуляться. Уже, возможно, ближе к тому пляжу подойдем, куда мы собираемся. Playa Car. Друзья, наш выпуск потихонечку подошел к концу. Я хочу сказать спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Не забудьте подписаться на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Пишите комментарии, а также поддержите канал лайком. Все эти пункты очень сильно помогают развитию канала и продвижению видео в топ. Также напомню, что все ссылочки на наши социальные сети будут в описании к этому видео. Впереди нас ждут еще более увлекательные приключения. Мы с вами посетим пирамиду Кукулькан в Чеченице, посетим Синод, а также город Тулум. Так что подписывайтесь на канал и до скорой встречи в новом выпуске. Всем пока!